Сегодня с утра с мамой мы решили съездить на велосипедах на рынок. Нужно что купить? Нужно купить семена. Мы, как вы помните, на днях садили горох, и нам не хватало молодого детского горошка. Вот хотим поискать. Но не только горох мы, конечно же, хотим купить. У мамы есть списочек. Вот, и будет она смотреть, есть ли вообще семена сегодня у нас. Так, значит, что возьму? Возьму кориандр у вас. Сколько тебе ложечек? А ложечку одну, хватит ложечку. Ага. Угу. Это какие-то семена новые у вас такие появились? Это горошек, вот этот, что майский, низенький. Да? Да. Интересно. Это не молодой? Молодой, зеленый. Молодой? Угу. Да? Может, такой посадим для интереса? Давай, давай. Тоже попробуем? Угу. Мы так. Такой, это я такого, ну, как бы не видела эти годы. Так, что тебе еще? Так, вот этого горошка. Это он прям вот такой низенький, ранний-ранний. Он уже в начале мая уже и хорошо. Ну салат не такой посадим. Одну тоже... ложечку. Да, ну для пробы, попробуем, посмотрим. Мы же потом можем свои семена уже оставить. Конечно. Редисочку тоже возьмем. Тыква у нас есть. Это у нас еще с того года у меня осталось. Петрушку еще вот как раз надо нам. Так, что еще есть? А вот петрушечку возьмем. У вас в том году, мне кажется, больше было выбор, большой. Мне кажется, у меня? Да. А нет уж, в этом году нету помидоров. Вот я вижу, нету. Да, помидорки были. Огурчики я тебе оставила. Давайте, там, если будешь, хорошо, я возьму. Потому что я в субботу же была. Угу. И вот а, вот в субботу оставила, были, да? Да. Сколько тебе петрушки? А давайте две ложечки возьму. Две ложечки. Скажите, 50. Это наш местный, да? Да. Это наш местный. Местный. Так, а туда еще огурчики возьмем? Редиску выжь? А редиску мы взяли уже? Нет, еще не брали. А, не взяли? А редисочку еще, да, редисочку. Две ложечки возьму. Я сегодня хочу ее под пленку посадить. Я сейчас однушкой ее посеяла, редиску. Обязательно. Вот надо, уже, чтобы да? Видела редиску. Да, да, она потому что долго же не будет сходить. Угу. Как вы учили, так и делаю. Еще лучок взяли такой, да, на посадку. Я уже покупала. 50 рублей, да, вот на баночку? Да, да, баночка 50 рублей. Я всегда покупаю. Еще решили взять масло, потому что наше уже подходит к концу. Берем то же самое, сливочное, как в прошлый раз. Очень вкусное, хорошее масло.
хотим еще купить пряники, а больше особо нам мы ничего не планировали покупать. А вот еще есть. А, тоже есть? Да, здесь же тоже есть, конечно. Мне же надо, которую я покупала в прошлый раз. А вот у них сейчас детская сладость. Да? О, отлично. Вот его как раз надо будет купить. Да, давай возьмем. Сахар, вот этот. А вам девчата что? Горох сладкий, вот детский вот этот. Упаковочку, да, который, да. А вообще, какой лучший из них? Наверное, это дать будет, детский сладкий или какой? Значит, медовик он овощной, и, да, написано? И все, я поняла. Беру, да, но по сладости себя не вот такой. Вот этот. Ну, 40 рублей. И еще я возьму дайкон. Дайкон. Только один, да, у вас сорт, да? Дайкон? Да. Да, вот такой сейчас. Ну, что, вроде больше что такого. Все. Все? 60 рублей. Женщин все любимые, которые сталкиваются. Да? А нет, почему? Там коробка. Нет? Есть. Я не заметила. Ты будешь покупать? Помнишь, как вкусности-то были? Нам же понравились они. Мы же сейчас даже не помню уже, как называются они. Пренички, смотри, какие всякие есть. Но я люблю больше шоколадные. Ну, сейчас давай посмотрим. Шоколадный, да, хочешь? На рынке, как всегда, есть все, что душе угодно, все можно купить. И то, что мы изначально запланировали, первое, это главное было для нас, семена мы купили, но сейчас еще пряники купим. Я помню, что вам прошлое видео очень понравилось, когда я показала нашу ярмарку. Ну вот, показываю снова такая вот ярмарка, которая передвигается по всем поселкам Темрюкского района каждый день в каком-то определенном поселке. Все радуются теплой погоде, потому что февральские окна. И все сейчас озадачены посадками. Нужно купить семена, посадить. И есть вот неделя, сказали, до пятницы будет тепло. Вот. А потом, скорее всего, придет похолодание. Ой, такая погода классная. Даже не хочется домой-то заходить. Да? Ну, значит, сегодня будем в огороде. Да, сегодня будем все делать в огороде. О, как хорошо есть на велике корзинка такая. Все положил, даже рюкзак не надо никакой брать. Ну, мало места. Когда ты покупаешь много всего... Ну, уже хорошо, что она есть. Ну, да. Ну, папа специально мне сделал корзинку. Поехали домой. Все, да. Поедем домой. Решили сегодня кормить на улице их, потому что плохо себя ведет вот эта новенькая дамочка наша. Всегда кормили малышку дома, потому что и мухи, и всякие насекомые в чашке, оказывается, если стоит чашка на улице, она нас мало ест. Вот, пришлось сейчас вот в первый день как бы на улице их кормить будем. Так, одной сюда, одной сюда. Так, надо как-то их, чтобы они... Малыша, вот как их тут, они, видишь, бегают. Ну, одну ставь хочу, сюда, одну. Я хочу просто поставить. Папа бежит. На, малыша, иди тоже кушай. Малыша, иди кушай, иди. Наша мало ест вообще. Иди сюда, а то сейчас чашка будет пустая. Иди. Как вчера то же самое. Таз ест, наша голодная. Иди, иди поешь. Пусть здесь сейчас пока едят. Там посмотрим. Наша вообще нехотя ест. Ой, да наша будет выбирать еще. Вообще выбирает. Это, может быть, сейчас, конечно, проголодалась, потому что мы обычно ее утром кормим. Она приходит.
Та прям вообще съедает быстро. Ну да. Точно, сколько наша вообще копается вообще. Сколько надо вообще, интересно, да, откормить таких больших собачек? Угу. Наша ест понемножку, ну, несколько раз в день нас заходила. И днем, и вечером ела. Видишь, та уже съела чашка, все пустая. Все. Аппетит хороший. Да. И я вот не знаю, дать еще, может, ей или хватит уже. Тарелки хватит. Наверное, хватит. Она же ты дала той тарелку, а этой миску. Ну, сейчас Таса чашку тоже у нее все вылежит, она не оставит. Угу. Она подойдет, все съест. Да. У нас никогда чашки такие не были чистые. Угу. Ну, потому что малыша избалованная бабушкой. Ну да, бабушка ее избаловала, конечно. Малыша не захотела есть, все. Это сметает сразу все. Чашки у нас теперь будут всегда чистые. Приготовили семена, что, конечно, мы успеем, то сегодня будем сажать. Что мы планируем сегодня? Значит, горошек, который мы купили, петрушечку, кориандр. Так, что здесь у нас такое? Редисочку. Свою взяли редисочку, тоже разные сорта у нас, разные. Она прям такая, разные семена. Все это будем сегодня мы сажать. Горошек, которые сегодня купили. Ну, любим мы уж это. Будем садить. Место есть, чего бы не посадить. И также мы сегодня хотим ноготки, календулу посеять. Надо уже пляпать, чеснок начинать. Ну, что ты села-то тут? Мне же надо здесь работать. Иди сюда. Так, первое, что мы с тобой будем садить? А мы сейчас здесь вот как раз продолжим горох садить. Угу. Сажать или ой, все. Да ладно, без разницы. Вот как говорим, как говорим. Безграмотные. Как привыкли на Урале, так и говорим. Нам нужен совет, как назвать нам эту собачку. Мы не знаем вообще. Она похожа на медвежонка. Хочется ее медвежонком называть. Но то, что она черная, пушистая. Какую бы вы нам кличку посоветовали? То, что уже столько дней мы все думаем, думаем и никак не можем решить. Просто собакой зовем ее. Собачкой. У папы была идея, он хотел назвать ее Дуськой. Но мама звонила своей маме, она говорит, нельзя называть животных человеческими именами. Ну, как-то не принято. Вот мы и думаем теперь, как бы ее назвать. Собачка ласковая, все. Но нужно воспитывать ее, конечно. Мама сделала две борозды, и я сейчас буду сажать так, что одна половина у нас будет вот такого вот детского гороха, а вторая будет гороха, которую мы купили у женщины с поселка. Сажаем горох мы по тому же принципу, что и до этого. Кстати, посмотрите, какой интересный он горох. Кто-то написал в комментариях, что именно сладкие сорта гороха выглядят скукоженными. Удобно сажать одновременно в две борозды. Ой, ну по бороздам-то. Да, ее надо учить, чтобы она не бегала по бороздам. Да, конечно, посмотри, что делает. Там малышка по дорожке, а это бежит на пропалую. Ты что, чернушка, делаешь-то? Ты же нам так все испортишь. А еще наша зрительница из Пермского края, если я ничего не путаю, из Березняков, хороший нам такой совет дала, говорит, раз вы любите сажать столько гороха, вы же можете делать закатки
на зиму консервировать, чтобы зимой можно было в салаты класть свой горох. Мама говорит, ну точно, можно. Вот единственное, она говорит, что женщина в поселке, она его не консервирует, она его приготовит, замораживает, а когда зимой нужно, она его размораживает. Тоже вот как вариант, например, такой можно воспользоваться таким вариантом. Вы посмотрите, что ей же не мётся, она же с нами рядом. Что это такое? Она мне не дает ничего посадить. Ну что это такое? А, хватит! Хватит мне мешать. Все, давай гуляй. Гуляй, давай, давай, давай гуляй. Все, хватит по моим грядкам тут ходить. Не, ни в какую, она не понимает вообще. И хочется играться, ласкаться. А вот второй горошек выглядит вот так вот. Но я думаю, вы помните, как он выглядел в баночке у женщины, которую мы купили. Такой маленький-маленький. Вообще, в два раза меньше, чем обычный горох. Здесь у нас земля была с осени вспахана, прокультивирована. И я здесь каждый год всегда сажу редиску. С краю, далеко, чтобы не ходить. Самую первую, раннюю. Здесь такая земля уже, смотри, какая хорошая. Прям даже не чешу, ну как бы такая, уже корка-то верхняя подсохла. Ну, поэтому, у кого песок, люди-то и картошку-то уже садят. Посадили уже картошку. Надо сейчас только вымерить размеры. Ширина и длина у нас сколько. Того, кусочка-то того. Ой, какая у нас охрана. Я ложила эти кирпичики. Ну, вот такой у нас будет грядочка. Я думаю, что очень нормально, хорошо. Нормально, да. В том году я столько же садила. Даже, ну, может, поменьше был кусочек отрезан. Ну, вот как раз, да. Угу. Все. Как раз. Соседские свиньи гуляют целый день вдоль нашего огорода. И собака лает. Вчера мы попросили папу, чтобы он достал ошейник и веревку, чтобы ее посадить в том месте, где она бы не видела свиней, чтобы она там сидела и не лаяла. Иначе она будет, не прекращая, целый день лаять, как это было вчера. Поэтому приняли решение посадить ее пока на день, пока мы в огороде, пока гуляют свиньи, чтобы она помолчала немножко. Посмотри, чтобы было не сильно туго. Посмотри, нормально ну, ли? Так, я думаю, нормально. Вот на эту? Да, вот да. Так вот? Она не вылезет? Посмотри. Не, она вылезет, надо еще на одну. Не, нормально. Нормально? Не, она не вылезет. Видимо, она ходила, смотри, она так даже никуда не да. Это. Она, видимо, привыкла ходить так. Может быть. С поводочком, может, гуляли с ней, ходили. Она ведь, смотри, ничего не это. Да. Не убегает, не снимает. Так. Наша малыша не привыкла, как-то одели мы в трассе ей, так она снимала его. Да хорошая, ты хорошая, молодец. Ты вот посидишь, поймешь. Целью что... воспитания. Ну да, просто мы уже устали. Она не дает нам ничего делать, она лает бесконечно. Но это просто нехорошо. И соседи, мне кажется, уже устали ее слушать. Правильно сделали? Да, все хорошо. Ну-ка, сейчас давай здесь посмотрим. Ой, да ты хорошая девочка, хорошая, молодец. Посидишь тут, вот и все.
Жалко, конечно, но надо теперь как-то тебя воспитывать. Чтоб ты их не видела пока, так хотя бы. И с поводком придется по огороду ходить ее воспитывать. Не по грядкам, чтоб она бегала. Малыш-то ведь не бегает у нас по грядкам. Девочка очень хорошая, но невоспитанная. Ой, невоспитанная. Дома зашла, давай писить. В двух местах сразу напрудила. Это что? Как так собака на улице это побыла немножко, домой зашла и напрудила в двух местах? Сейчас даже домой пускать не будем. Вот и все. Сиди здесь. Места много, хорошо. А, я сейчас, знаешь, наверное, принесу. Я лежал. Да-да-да, выжал. Да-да-да. Там тоже настила. Она настила, видимо, даже здесь, что ли. Ну, пока пусть так сидит. Тут сейчас накрою сухим вот этим. Пусть пока так сидит. Хотим попробовать для себя новый способ высаживания редиски с помощью таких яичных планшеток. Обычно мы по-другому сажали. Вот. Что делается? Вот так кладется вот эта вот штука, вдавливается в землю, и тем самым образуются ровные-ровные ряды и ровные лунки. Поднимаем. Вот. И туда уже будем сажать. Они не слишком низкие или так нормально? Не, нормально. Нормально, вот я, да? Почему и хотела попробовать такой давно способ. Mm-hmm. Земля хорошая, мягкая, рыхлая, все. Как раз самое то. Попробуем. Вот так вот. Видишь, как ячеечки, да? Нормально. И видно все. Редиски у нас сортов очень много. Первую буду вот садить вот такую. Зеленая какая-то. Называется она редис Норхам. Крупная, круглая, красная. Еще у нас есть вот такой вот сорт, называется редис французский завтрак, но осталось там всего лишь одно семечко, но все равно его садим. Скорее всего, упаковка закончилась, и я ее оставила. А почему там одна семечка осталась? Следующий редис называется редис Алекс, ультраскороспелый, корнеплоды округлые с белоснежной плотной мякотью. Остро-сладкого вкуса. Еще один сорт редиски, уже местный, куплено на с рук. Когда вырастет, посмотрим, что за редисочка. Следующая редиска, ну уж с очень интересным названием, называется редис дура или дуро. Краснодарская. Дуро краснодарская. Редиска дура, короче. Вот такая. На вид вроде красивая. Ну, красивая, да. Садим мы редиску, и тут прибегает это чудо. Думаем, как развязалась вот эта веревка. Решили посадить ее не там, а чтобы она рядом с нами сидела. А то что-то скулит, скулит. Чего скулит? На свежем воздухе сидит. Так что... Нами хочешь, водичку, да? Рядом ей поставили, лежанку, есть где лежать, есть попить. Чего не сидится?
С нами хочешь, да? Ну давай с нами, давай с нами. Ну пусть смотрит на нас. Может, она скучает. Может, скучает, правда. Солнышко с нами может. Ну да. Может, она думает, что меня оставили там. Может быть. Следующий сорт для посадки — это тот, который мы купили сегодня у женщины из поселка. Вот такая у нас получилась грядка с редиской. Так ровно, красиво, даже самим приятно смотреть на эту красоту. Когда уже редиска поспеет, мы вам скажем, насколько этот метод вот с помощью планшетки от ИИД был полезным, действенным. Ну так-то да, красиво все выглядит, то что ровно, ты все раскладываешь по ямочкам таким. Вот. Когда уже появится редиска, будет видно, насколько все было полезно. Самое главное, рядочки такие ровные получаются. Так ты не сделаешь, а то как по линеечке все получается. Я давно все хотела попробовать. Специально эти планшетки оставила, думаю, будем заниматься посадкой, пригодятся. Ну что, ты можешь пока держать, я хочу. Ага. Не хватает? Не хватает. Вот мой размер. Ну, ничего страшного. Давай к тебе, у тебя там побольше. Давай. О, так сильно. Ну ладно. Больше, да, сделали? А, знаешь, почему больше получилось? Начала оттуда, потом, видишь, мы это... Ну, надо будет даже побольше кирпичей. Ну да, чтобы ну, ветром... Ну ты положи, да, как следует, как полагается. В том году, знаешь, как ветром колыхало? Это испарение будет там хорошо. Лишь бы ветер не подняло и все. Да, надо побольше. Надо, да, больше однозначно. Еще? А здесь я неправильно? Ну, ничего не на резинку положила? Нет резинки? Нет резинки. Ну что, хорошо тебе здесь? Нравишься? Нравится? Ой, даже глаза закрыла, какие там гладят все. Она довольна, лежит. Жизнь удалась. Да? Ой, ты моя хорошая. И в завершении сегодня решили еще посадить петрушку. Посеять. Посеять. Ее точно сеют. Так. Как-то я ее проращивала. Знаешь, какой был у меня случай? Я мешочек закопала в землю. Что ты думаешь? Малышка его нашла и вытащила все семена. У меня рассыпала петрушки. Я так в мешочке просто решила ее... прорастить, чтобы она быстрее. Ну, малышка, она же у нас ходит в огороде, все проверяет. Вот и все. Решила выйти вечером, увидела в окно, какая красивая луна. Сегодня у нас полнолуние, прям 100%. Очень красиво. День был хороший. И кошка напрашивается домой. Чё, мышь, пойдем? Пойдешь? О, да, пойдет. Сейчас спустится. Я ее домой занесу. Не, мы тебя уже приучили через дверь заходить. Придется тебе идти ко входу. Несмотря на двух собак, все равно придется тебе через дверь заходить. Добрая, храпущая, храплющая, храпящая. Во. На руки тебя, что ли, взять?